Что-то меняется, но медленно. Как это? Ну, Романенко, медленная украинская революция. Слушайте, вот так и есть. Вот лучший диагноз я лучшего не слышал. Вот. Но все равно что-то меняется. Что-то как-то где-то меняется. Вот. Надо бороться, надо, так сказать, не сдаваться. На форуме будет, ну, этот форум будет больше, чем прошлогодний. Вот. Больше компаний. Ну, мы видим больше существенного, так сказать, какой-то заинтересованности продемонстрировать себя, попиарить себя. Вот. С другой стороны, ну, много есть интересных докладов. Растет англоязычная секция, в этом году 25% докладов будут на русском языке уже. Вот, растет англоязычная секция. Если в первый год мы там с трудом там собирали людей, там, то есть, ну, видно, что английский язык, так сказать, потихоньку проникает в наши ряды. Вот. Большая секция будет Smart City. Как раз, ну, хотел спросить, что же новая, да, секция, да, понимаю. Smart City, это посвящено, так сказать, ну, как название понятно, умный город, да, то есть будет посвящено всяким автоматизациям внутригородской жизни, которые, ну, вот, непосредственно людям облегчат жизнь. Ну, а представители мэрии не приглашали на Smart City? Или может тут один год? Вот iForum такая штука, мы никого не приглашаем. Ну вот у нас такая позиция, да, мы никого не приглашаем. То есть мы считаем, что кому надо, все придут. Ну вот, понимаешь, приглашать — это другая история. Может, ты человека приглашаешь, а он там, может, он бы и не пошел бы, но так он отказаться не может, да. Ну, значит, ну вот. Вот. К сожалению, даже, ну, уже там под конец там подготовки там вот там Камин просил, ну, уже мы не могли, уже там программа сверстана полностью, да, там, там как раз управление по информатизации, что там, значит, тоже просило. Вот, ну, на следующий год придут. Но вообще-то мы, ну, наша позиция такая, что, ну, площадка свободна. Вот. Но это в обе стороны. То есть, с одной стороны, там, мы всех рады видеть, с другой стороны, мы никого силой не тащим. Но нет там данных, кто купил билеты или просился. Нет, ну, у нас есть, ну, у нас, конечно, есть статистика, сколько билетов продано, все. Я сейчас, ну, я не знаю, сколько это корректно. Да? Не, имею в виду из государственной, да, структуры, нет, очень много, из очень много. Ну, я не хочу там поименно, ну зачем? Ну, много будет людей там самых разных. Но, понимаешь, дело же не только в власть имущих, так сказать, да, там мы, ну, больше ценим, как бы, людей инициативных. Вот власть имущие, они почему приходят? Потому что они чувствуют, что оттуда идет инициатива, да, и ее как-то надо возглавить. Ну, такая логика примерно. Вот, там, ну, будет Дима Дубелин там со своим этим Айгал, да, там, ну, например, да. Там, то есть мы ценим людей, которые реально, ну, что-то сделали. Вот. Много будет очень посвящено бизнесу в этом году, потому что, ну, вот, там, вот этот период шока явным образом заканчивается. Большая очень секция в этом году будет образование. Я думаю, что это такой тренд очень длинный, то есть на десятилетия. Потому что, ну, это мировой будет тренд, не украинский. Я думаю, что сейчас, как бы, вот это, ну, вот, у нас еще нету медицинской никакой секции, но я думаю, что вот два тренда — это медицина, образование, ну, и один тренд — это транспорт, но здесь как-то, ну, как-то Украина не очень почему-то сейчас участвует, да? Вот эти три направления, как бы, сейчас IT начнет туда проникать с колоссальной скоростью. Александр, какие вот прогнозы на развитие ситуации в IT-отрасли в этом году после iForum'а? Ну, вообще-то мой тезис вообще такой, что, да, что если у Украины шанс есть, он находится на, ну, в области IT. И, ну, просто больше ничего пока такого яркого нету. Ну,
сельское, сельское хозяйство вспоминают. Ну, я все время говорю одну и ту же мысль, что сельское хозяйство, ну, к сожалению, ограничено физическими ресурсами. Да. То есть, ну, там рост будет, конечно, без сомнения, я уверен, что это перспективно, но этот рост, он не кратный, скорее всего, да, там, ну, то есть, там, 10 раз вряд ли что-то вот. Хотя, не знаю, современные технологии туда тоже добрались. Да, там кстати, тоже надо. Но, кстати говоря, да. Кстати говоря, и IT тоже. Знаешь, у меня ребенок поехал в университет штата Айова, значит, и показывает мне такое какое-то космическое сооружение, значит, и пишет мне, что это там суперкомпьютерный там кластер какой-то, значит, и я ему пишу, что а какое отношение имеет суперкомпьютерный кластер, значит, к университету штата Айова. Ну, а университет штата Айова, это как бы, ну, чуть не лучший в мире сельскохозяйственный. Да, на юг там. Вот. И он мне отвечает, что а на нем считают агрономические модели. Я понял, что я безнадежно отстал от жизни. Вот, то есть там тоже все, так сказать, мы туда проникли тоже. Вот. Я думаю, что, конечно, нас ожидает ну, несколько лет довольно бурного развития.